знаешь, основная проблема в том, что все нам приходится делать быстро. А. Чтобы они не успели сесть. А звук это, наверное, бобровая плотина. Ну там проточка, там можно купаться. Ну да. И здесь как-то купаться не очень. Ну да. Хотя, может, это еще не основное русло. А, тут бетон для груза. Да. Там дальше еще. Может и дальше. Где закончилась бетонка около старого моста через поле. Лес вот такой довольно приятный. Кстати, много где есть. Ну, правда, место для купания не нашли, и интернет тоже не ловится. Едем дальше. Ну, это естественно. Правда, нет. Он пытается все это умыть. Ты ему и бошку отвернул. Да. Зачем? Калории. Вообще я не хотел ничего записывать в этом походе. Да. А фальконовские тропы — это вещь такая, что без фиксации оставить сложно. В общем, вот тут мы ехали. Вот там вот, да. Вот прям вот до этого момента. Тут случилось, в общем, продолжение дороги где-то там. Нужно просто до него немножко пройтись. Сейчас я постараюсь передать, как это все будет происходить. Вот. Ох, комары сейчас будут мне рады. Моим ушкам. Вот так, отлично. Будет слегка мутновато, но придется потерпеть. Надеваем скафандры. Всем приятного просмотра, блин. Тихо, черт, насос свалился. Давай.
Так. О, подножку не убрал. Выставился. Думаю, да. Так, это все еще дорога. Ох, ё-моё. Так, мне... А, ну это нормально. На место. Стой. Раз, два. Отлично. Чуть без гидролинии не остался. Прямо, да? Я тут не пролезу. Скорее всего. Что такое? Что? Блин. Да, блин. Опусти лучше. Что сзади происходит? А, вот это что похоже на правду. Да, блин. Да что это за... Ай, лучше не трогай. Нет, я тут шел. Ну,
Вот когда в ту сторону идешь, видна четко достаточно тропинка. В эту что-то не очень. Ничего не отвалилось. Вот, да. Единственное, погнул рычаг тормоза. В общем, как-то так. Ну, говоришь, дальше должна быть уже нормальная дорога, да? Ну, видишь, видишь. Вот должно быть нормально. Всё, у меня не вечереет. Да. Пора место подыскивать. Ну да. Чейт, костерчик, стол, палатка, даже тонел есть. Это пока побыстрее было. Ну, фальком. Нет, ладно, все, теперь нажал. Спиливаем пенек под палаткой. Был внезапно обнаруженный. Да. Спиливаем газовемкой. Кроме интернета и воды, в этом месте еще много брусники. Где-то 2.5-3 метра тут. А? Хорошо.
Видимость, кстати, 2 метра. Или даже... Но она, когда без мути, довольно прозрачная. Ну да, примерно так. В общем, вот так вот. Стоит сказать пару слов о мидиях. Мидии бывают большие. О. Бывают они и очень большие. А бывают мидии как-то так. Выпускаем мидии на свободу. Да. Ух ты, смотри, они прозрачные там. Ну да. Слушай, а может попробовать ее открыть? Да зачем? Я просто продохнет. Посмотреть, она там. Она, по идее, сейчас со всех сил держит. Не, я ее... Ой. Но она мышцами держит со всех сил. Да. Створки. Нет, слушай, она живая, да. Ну, естественно, живая. О, видишь, на просвет видно. Угу. Она сейчас там скукожилась. Да. Вода вытекла. Так, ладно. Туда же, где и взял. Ой. Ой. Не тонет. Черт. Они воды... А, но она раскроется и нормально будет. Ну да, наберет воды и потонет. Наверное. Так, угу. Ладно. А это где было? Там. Чебульк. Так, кажется, придется спасать мидии. Да ладно, как ты их спасешь? Что ты с ними сделаешь? Собираться и открыть. Да они сами откроются, когда им надо. Сейчас они потихоньку воды наглотаются и пойдут на дно. Вон, одна уже, по-моему, начинает. Угу. Сейчас не пойму, что с ними все нормально, да, типа? Угу. Какое-то насекомое. Видно его, нет? Где? Какое? Вон, вон, вон. Там стоит. Ну да. Как Титаник. Вон, даже крыло. Давай его. Все, пошла. Ну вот. Да. Ну ладно, я думаю, остальные додумаются сделать. Ну, сейчас соберемся еще раз сюда, глянем. Не-не-не-не-не-не-не. Нет-нет. Иди сюда. И. Так-с. Мужик. Он какой. Утек. Thank you.
змейка спит. Пригрелась. Карлушки. Так. Горячо, горячо, горячо. Так, ну все, они в принципе готовы. Можно даже снимать и накладывать. О. Так. У нас тут небольшой дефицит столовых приборов наметился. Ну как? It works? Нормально. Ну, конечно, макароны на любой ложке чихать такие длинные неудобно. Ну да. Что-то вилку не сделал. Вот это всегда претензии, да? Галактики в пространстве? Да. Да. Но они там очень неоднородны. Решить ее как бы аналитически, выписывая формулу, там не получится, она слишком сложная. Поэтому. А, то есть нужными модели. Именно методом моделирования, да? Да. Идет ток практически 1 ампер, что это сквозь дымку деревья. У нас тут нарисовался мостик. Сказать, на пути к магазину с сосисочками. Да. Нас ничто не остановит. Дорога, автомобиль. Ага, ну мостик прикольный. Развел, просто пройдем, как раз два эти. Ну да. Да, как раз для тяжело груженного вела. Не, даже, в принципе, тут можно даже рюкзаками переправить, нормально. Да. Вот это вот бревно немного болтается. Которое? Там, которое? Дальше. А, соседняя, ну понятно, оно тоньше там. Нормально. Спокойно. Но это лучше обойти уже. Цены тоже сорвется. Но это лучше не стоит. Я помню, я как-то так где-то проходил, она меня просто подняла потом. А, да. На лыжах причем я ее проходил так. В итоге подвис в воздухе. Да, кстати. Время рекламной паузы, да? Крокодье. А? Каркаде.
лучший помощник туриста. Поездочка в магазин. Сначала переправа через бревно, потом 12 километров по пыльному грейдеру. Это сейчас уже назад едем. Въезжаю в туман. О, все. Зона турбулентности почти. Кан приманивает комаров. Тоже распугал всех практически. Да. Сумка тоже приманивает. О. Я приманиваю. Тут в общем так. Их и так достаточно. Тут приманивать не надо. Тут вон куда ни направь фонарь. Везде комары. А так место хорошее. Да. Жалко, у меня ближе к земле летают. Микрофон не очень, чтобы вы услышали этот непередаваемый гул. Ну что, нашел телефон? Нет, не знаю где. Возможно. Астасим прикумандэнте яки сэгэна ла клара. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No. Так заряжает аккумулятор.